За годы действия фонда президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи премии, стипендии, материальную помощь получили более 10 тысяч человек. Из фонда по поддержке талантливой молодежи свыше 1500 юных дарований. В нашем районе таких детей, получивших стипендии специального фонда президента, более чем 100 человек в банке данных. Вы знаете, что с прошлого года уже в государственном уровне ведется банк данных стипендиантов этого специального фонда. И учащиеся, и обучающиеся, попавшие в этот банк данных, затем по жизненному пути имеют определенные бонусы. Это и при определении первого рабочего места, и при получении жилья какие-то льготы есть. Звание стипендиата и лауреата президентского фонда – это не просто награда, а знак того, что государство берет на себя ответственность за дальнейшее профессиональное становление этого лауреата – школьника или студента. Талантливые люди – основа любого государства. Это те обучающиеся, которые стали победителями Республиканской олимпиады по учебным предметам. Это те, кто внесли вклад в процветание Беларуси на своем уровне. Одновременно хочу сказать, что поддержку таким детям оказываем и на уровне Солигорского райисполкома, и на уровне Минского областного исполнительного комитета. В частности, вот более 30 учащихся получили стипендии Солигорского райисполкома. Также у нас получают стипендии в прошлом году Минского исполкома как учащиеся, так и педагоги. Одаренные ребята имеют возможность с юных лет развивать свои способности и совершенствоваться. При поддержке государства в Беларуси ежегодно проводятся олимпиады, региональные, республиканские и международные конкурсы, выставки детского и молодежного творчества. Если у ребят есть желание учиться, узнавать что-то новое, развиваться, им всегда помогут. Мы проделали огромную работу. Честно, не всегда было легко, но мы все же преодолели все эти преграды, которые нам, можно сказать, поставила судьба. И с Лизой добились тех результатов, которые сейчас имеем. Талантливых и упорных детей успехи не заставят себя ждать. Эти ребята стали гордостью нашего региона, ведь они своим трудом и умом уже сейчас добились многого. Для этого пришлось очень много работать, очень много искать информации, переживать все всплески чувств. У меня очень хорошо пошел французский язык. Мне это было легко. Для этого нужно было сделать не очень много, всего лишь работать, работать и еще раз работать. Просто интересно познавать новое, узнавать что-то о нашем мире. Я хочу... Это к тому же хорошее саморазвитие. Развивает... Физика очень хорошо развивает ум. К тому же она также связана очень сильно с математикой, которая тоже развивает ум. Солигорские школьники действительно заслуживают такой высокой награды, так как являются ответственными, исполнительными и трудолюбивыми, настойчивыми в добывании знаний. И именно за такими будущее нашей страны.